Всем привет, с вами Влад. Сегодня я вам расскажу, как изучить стиль тигра. Для этого подходим к сенсею, говорим с ней, и после этого появятся разноцветные фляги. Это 4 разных стиля кунг-фу. Сегодня мы изучим стиль тигра. Забираем его, далее выпиваем жидкость из фляги и переходим в режим кунг-фу. После этого нам дают задание убить 15 зомби в рукопашке, применяя стиль тигра. Чтобы овладеть этим стилем, нам нужно пройти 3 испытания. Первое испытание – убить 15 зомби в рукопашке. Второе – убить 25 зомби сюрикенами. Ну а третье задание – убить 50 зомби с помощью энергии ЦИ. Сейчас я вам покажу, как я буду делать эти испытания. Итак, отлично, мы овладели стилем тигра. Теперь мы можем использовать все его возможности. Ну а если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!